ну что, тут это у нас нормально, это нога опухшая и горячая. Это однозначно перелом. Ну что, малыш, в больничку? Да, маленький? Ой, снимки лапы я тебе сейчас пришлю. Он у нас кастрирован, сейчас у него идет вторая операция уже, то есть он уже 3 или 4 дня сколько-то отходил с этой Елизарова. Сейчас ему вытягивают дальше кость, ребят, пошли пластину устанавливать. Собаки с застарелым переломом дали дистракцию изначально аппаратом Элизарова, так как перелому было очень-очень много времени, и одномоментно вытянуть его было нельзя. Несколько дней вытягивали аппаратом Элизарова и далее поставили пластину. Как бы после постановки пластины через месяц нужно будет сделать контрольный рентген-снимок, вот, и посмотреть, либо оставить ее навсегда, ну, либо снять, если он металлодетекторы какие-то будет проходить.